Ну что же, друзья, пытаюсь вам показать покраску. Тут еще уголки, там краешки. Надо будет, наверное, там доделывать, переделывать, я не знаю. Там. Хотя такое ощущение, что довольно аккуратно сделана линия. Вот, ну, идем дальше. Вот мы внутри, и вы видите, что у нас два цвета. Вот баклажанный и такой персиковый. Что на этой стене, что на той. Я, честно сказать, вот про ту заднюю стену как-то у меня сомнения, потому что она должна быть закрыта практически полностью вот этими шкафами, которые здесь лежат, их соберут. Хотя их тоже покрасят в этот цвет. То есть дверки шкафов должны быть покрашены в такой же точно цвет. Ну и вот, собственно, что там у нас есть? У нас еще есть ванная, да, вот туда пошли. Тут свет только такой естественный, поэтому где-то больше, где-то меньше. Вот у нас ванная. Так. Здесь вот будут умывальнички стоять, красные шкафчики. Так, у нас, я смотрю, добавилось плиточки вот тут. Ага, так. И вот эти нишки оформились, так стали. Понятно. Значит, я так чувствую, что сверху еще там пару-тройку плиточек. И считай, готово. Ну что же, молодцы. Оно довольно симпатично смотрится, хотя все это еще отмыть надо так, чтобы красиво стало, чистенько. Вот. И свет поставить. Ну, пока вот так. Пока вот так. И туалет. Давайте уже заодно глянем. Так, что тут с туалетом? Тоже покрашен. Вроде все ничего. Хорошо. Вот наверху там они бумажкой закрыли все. Ладно. Значит, отправляемся на базу. Вот. Это мы видим результат работы, произведенной в пятницу в основном. В субботу, воскресенье мы отсутствовали. Ну, сейчас, сегодня воскресенье. В субботу мы отсутствовали, были на даче. А сейчас вот приехали пораньше. Тут у нас разные дела. И поскольку светло, я вот для вас и снимаю. Счастливо!